Интересно, он шутит или нет? Я не пойму. А, да, он шутит. Калипсо, Калипсо, ты чего? Калипс с мапкаком играл. Кстати, да, есть такая тема, что некоторые карты просто меняют, что когда они создают карту, у них мапхак, а у другого нету. Это есть такая тема. Поэтому я никогда не играю на левых картах на турнирах. То есть меня, например, бесит, когда какой-нибудь человек создаст какую-нибудь там мапу с какой-нибудь Shadow League или еще что-нибудь дерьма. Я не понимаю, зачем это нужно. Когда есть нормальные мапы батлнетовские. А вы можете писать какие-нибудь вопросы в чате, я буду отвечать. Потому что иначе зачем я вообще здесь сижу и играю? More gold is required. На рандомах играем. Почему не террасы? Это мейн наш раз рандомский. На рандоме намного интереснее играть. Summoning is complete. Forces are under attack. More gold is required. Так, мне надо кого-то в скайп, чтобы читал вопросики, а то так я не могу голову поворачивать постоянно. Калипс начал контроль. Summoning is complete.
forces are under attack. More gold is required. Our forces are under attack. Отдавались. Эх, пойдем крепиться. Блин, мне так скучно сидеть, это просто ты сидишь и скучно. Summoning is complete. I cannot summon there. Я не пойму, где, кстати. Калипсо лазит. Крипс, что ли? Третий левел, сапог. More gold is required. Че у них тут по башне? О, уже Т2. А Калипсо-то на рандоме умеет играть. Our forces are under attack. Summoning is complete. More gold is required. More gold is required. Что-то не добываешь там, по-моему. Какие-то прохладные башни. Thank you.
Ого, полегче. Так, надо бы отступить, арбу купить. Не, кого там убивают? Summoning is complete. I
пока все плохо на самом деле. Ну и не. Ну и не печально, я бы сказал. Research complete. Gold is required. I cannot summon there. Сейчас приедет, у него 100 лимитов. Надо бы паутину сделать. И баншей добавить. На все дерево нет. Summoning is complete. Research complete. Insufficient mana. Our forces are under attack. Town is under attack. Калипсо-то красавчик затащил. Надо реванш брать, а то отдал первую игру.
Блин, у него там орк попался, я бы его андедами расчехлил. Кстати, с Пухом такого не было. Мы когда с Пухом сыграли, у нас только первые две игры у меня хомы выпадали. А потом мы все время разными расами попадались. Ну все, вроде. Так, я проигрываю, надо собраться. На кону же это, кстати. У нас там есть призовой фонд, в который люди кидают деньги. Там сейчас 28 тысяч долларов. То есть вы можете его пополнить, естественно. Так что серьезные бабки. Не, на самом деле мы на раздевании играем. Я вот уже без футболки сижу. Насчет Калипсо не знаю. Summoning is complete. О, Калипсо снова хуман, а я снова undead. То есть та же ситуация. Но я сейчас по-другому просто буду играть. Я в прошлой игре криво сыграл. Ну, потому что вначале не прохарасил. Summoning is complete. Так, он, кажется, наверх побежал крепиться. Как я скелетом добил? Ну все, я собрался. Сейчас изи вин будет. Summoning is complete. Our forces are under attack.
Тут еще у меня Акалит харасит вообще по полной. Our forces are under attack. Summoning is complete. More gold is required. More gold is required. Summoning is complete. Блин, я лоханулся, скелетов не купил. Upgrade complete. Forces are under attack. Я прибежал на мейн, но скелетов не купил. Лол, опять сетка. More gold is required. Блин, запарили эти трапперы, блин. Кидать сетки меня. Чё он там, Т3 играет? Прохлада.
Summoning is complete. Так, мне здесь было, что ли, стоит? Коты, не ори! Кс-кс-кс-кс! Иди сюда! Кс-кс-кс-кс! Кс-кс-кс! Иди сюда! Иди по контроль! Всё, сиди. More gold is required. Смотри, он деды. Он деды. Так, надо посмотреть, что он будет играть. Либо в коней с вертолетами, либо в этих. Так, ну на клавиатуру ты не залази. Чего у меня там? Так, клавиатуру не трогай. Так, у него что-то там странное вообще. Кони какие-то. More gold is required. More gold is required. Так, ну конь вертолет, это не страшно. Summoning is complete. Ну здесь все четко, в начале просто бешеный харас. Так, 1-1 счет. По красоте вообще. Калипсо следующую мапу создает. Так, надо футболку одеть. Это что-то я примерз.
Так, что-то у меня одна и та же раса попадается. Ну, Рене играем, значит, у нее какие-нибудь хуманы, эльфы, андеды, да? More gold is required. Так я на прошлом стриме показывал, как эльфами выигрывать. Я же за эльфа два раза играл. Или один раз. Ну, против пуха. More gold is required. I cannot summon there. Summoning is complete. Выиграл имба химерами, так они же тоже бесплатные. Что-то мне такое ощущение, что там у Калипса этот, как он называется, Undead, потому что разведки до сих пор не было. More gold is required. Summoning is complete. О, у него действительно undead. Our forces are under attack. More gold is required. More gold is required. Мем почти этот снес. Так, что-то он меня тут гонит. Подмуливает что-то. Is complete. Mm-hmm.
Так, думаю, стоит побыстрее грейд сделать. О, нифига себе, он что закрепил. Или крепит еще. Ну, щитов поднял. Summoning is complete. Our forces are under attack. We demand additional lumber. Our forces are under attack. Так, у него Т2 до сих пор. Печально, кстати, для него. У меня Т3 уже вовсе. Summon more ziggurats. Блин, он крепится быстро. Я его сейчас вот здесь поплавлю. Или нет? Справушка. На базе. Непонятно, как это забег. Но пару калитов он у меня убил. У кого-то фризит плеер. Так это, по-моему, сам Good Game Player лагает. Там в конфе просто все стримеры очень сильно нервируют их это, в общем. То, что лагает. Я не знаю, как мой стрим, но вроде народ-то особо не жалуется. То есть некоторые кто-то пишут. Не, ну всегда есть выбор купить прем. На преме точно не лагает. Покупайте прем. Research complete. More gold is required. More gold is required. Калипсо прибежал, а крипинга уже и нету. More gold is required. Так, надо дерку купить. Research complete. We demand additional lumber. We
demand additional lumber. We demand additional lumber. Так, дерево мне принесите. We demand additional lumber. Коты, ты чё опять орёшь? Так, он красный крепит. Ту-ту-ту-ту. 2-1. Сейчас я сам запущу. Но у меня дропов нету, ребят, если что. Я не знаю, у меня вроде не фризит. Ну, вроде запускаю, нормально. Так, go. Да не покажу я вам кошку, ребят. Вы на премы не подписываетесь. Вы не спонсируете мою рубрику «БО 7 против всех». Вот у нас был бы испон на прошлом капе, нам задонатили 20 тысяч долларов, и он теперь уехал на Мальдивы. Никому доверять нельзя. Insufficient gold. Так, новая раса эльф. Insufficient gold. Insufficient gold. Так, вот интересно, кто ему попался. Я вообще бы хотел через героя из таверны сыграть, но... Хотя... Так, сори. Надо было играть через героя из таверны, потому что он кроме орка... То есть он только орком не может попасться. Вот, поэтому... Как бы... Можно было. Хотя нет, против эльфа не очень герой из таверны. В общем, если бы я знал то есть, что там Андетта или Хуман, я бы взял Варденку сейчас. Но учитывая, что там может быть эльф, берем Демон Хантера. Потому что Варденка или... Варденка не очень эльф на эльфа.
More lumber is required. More lumber is required. Our warriors have engaged the enemy. Блин, надо было варденку брать. Так, что-то как-то барак приседает, по-моему, нет? Your building is complete. Ну то, что он ауру качнул, это пофиг. Точнее, это мне плюс. Ну, у меня второй левел есть, как бы. То есть мне уже пофиг. Our warriors have engaged the enemy. Your building is complete. Our warriors have engaged the enemy. Your building is complete. Our warriors have engaged the enemy. Ой, блин, у меня тут арчи сдохли. Я пока контролил на базе, у меня арчи убивали. Our warriors have engaged the enemy. Я и забыл, что... Я просто привык архмагом крепиться там, когда его ничто не убьет. Блин, я еще пару испов потерял. Плохо. Я их не успел подхилить. И Хантерс Холл не поставил. А ладно. Пофиг. Upgrade finished. Что-то я законтролился. Our warriors have engaged the enemy. Your building is complete. Your building is complete. We can't build there. Все не очень хорошо.
На том, что тупо арчей отдал на крипинге. Еще веспов, конечно, потерял много. Research finished. Our warriors have engaged the enemy. Your building is complete. Our sacred grove is being desecrated. Our warriors have engaged the enemy. Походу дело ГГ. Your building is complete. Ну что там гарги? Так, срочно валим отсюда. Our warriors have engaged the enemy. Так, он застроился еще. Ну, не особо так. Застроился. Our warriors have engaged the enemy. Our warriors have engaged the enemy. Блин, мне надо дождаться апгрейда на это здание, чтобы арбу купить. Upgrade finished. Our sacred grove is being desecrated. Куте, ты чё опять орёшь? Insufficient gold. Our warriors have engaged the enemy. Research finished.
Our warriors have engaged the enemy. Ну я так-то нормально забежал к нему на мейн, но убивал этих гулей с акалидами. Вообще кошерно. More lumber is required. Research finished. Так, надо второй арбу купить, я думаю. Чтобы панда тоже чпокала. Research finished. More lumber is required. Пока все нормально. Insufficient gold. Демон Хантер почти пятый. Ну там дестройер что ли будет? О, много дестройеров будет. Это плохо. Нифига там лимита. Так, коты, ты что, блин, делаешь?
Research. Быстрый какой дестроит. Your building is complete. Our warriors А, Михаил! Our warriors have engaged. Gold mine is running low. Три один счет. А спонсор нашего сегодняшнего показа — Роналдо, который играет в покер, наверное. Люблю, когда Калипсо пишет, ГГ не выходит. Да, Overlord 2 будет, сейчас скажу. Ну, по-моему, там в голосовании победил Индиана Джонс, если ничего не изменилось. Это... А, я голосование куда-то убрал. Оно вот тут. Ну, победил Индиана Джонс, по сути. Поэтому... Overlord 2 будет только это... После уже Индиана Джонса. Ну и не факт, что Overlord в этом году будет, потому что не успею постримить.
summoning is complete. Так, интересно, кто там у него? Но он говорит, что не везет ему, значит, может, эльф не выпал. Наверное, хуман или бандед. А, андед опять. Круто. Жалко, только я не через лича играю. Так, мне нужна овца. Ну, овца. Summoning is complete. Ну чё ж ты так хилишь-то? Все, у него файлов больше нет. У меня больше нет этих. Скелеты. Summon more ziggurats. Summoning is complete. Our forces are under attack. Так, ну крепимся пока до второго, по крайней мере. А лучше, конечно, до третьего. We demand additional lumber. Summoning is complete. Блин, я сам хотел эту тему забрать. Черт. Крипсу тоже прошаренный. Я хотел его тему эту забрать, и, возможно, бы там выпал этот Book of Dead, который очень сильно решает, пока дисплей нет. Но он это самый поздний дисплей в игре. Он решает. Точнее, Book of Dead решает. Лича пока не заказываем, под Т3 его закажем. Сейчас он мне не нужен.
Ему какая-то херня выпала, раз он продал. Summoning is complete. Нифига, у него уже третий левел. Хорош. Ай, красавчик. Эй, ты куда побежал-то? Ой, олень. Не, выживет вроде. О, господи. Upgrade complete. Summoning is complete. Research complete. Так, у меня по армии все не очень хорошо. Так, надо инвул купить. We demand additional lumber. I cannot summon there. Блин, ну он как раз, он вот, Калипсо-то шарит. Вы думаете, он плохо играет, но он шарит, он забирает точку, которую нужно забирать. Он в того кинул кровь. Our forces are under attack. Summon more ziggurats. Тут Калипсо там застыл. We demand additional lumber. We demand additional lumber. Summoning is complete. Our
forces are under attack. More gold is required. Блин, у меня там пауки 2-0. Плохо. Им бы 4 верма затащили. Все куплено, ребят. Кстати, странно, что он диспел на вермов не сделал. Может, он подумал, что у меня реально 4 верма было. То есть ему нужно просто было двумя дестроями задиспелить иллюзию, и все. И по красоте было бы. На Калипсо, да, что-то слабоватенько. За Андета играет. За Хума он более-менее еще первую игру сыграл. Ну, там вообще первую игру-то он, в принципе, меня разорвал. Потому что я там очень криво сыграл. Вот. Вот стрипати будет еще? Нет, скорее всего, не будет, потому что все кидалы. Я сегодня предложил БСП Пуху посидеть со мной вот так же, как, пока я с Калипсо играю. Они отказались. Бонич кидала тоже. Все кидала, короче. Я теперь буду один сидеть и играть. Больше я их никому ничего не буду делать. Все кидала. Почему мы не играем за свою расу? Потому что это фановое было по 7. Следующий BO7, наверное, будет с кэшем. Я у него спросил, он вроде как согласен по фану поиграть. Вот. Так что все. Ладно, давайте всем пока. Я выиграл, кстати, 4-1. А, ну и сегодня еще может быть... Там, сейчас я проверю последние подсчеты. Возможно, сегодня как раз Индиану Джонса и начну стримить. Ну, через пару часиков, если я не передумаю. Потому что завтра, наверное, не смогу. Там только сюда вторник, а там Варик еще может там будет стримить. В общем, посмотрим. Ладно, всем пока.